Турция привлекает туристов жарким климатом, развитой инфраструктурой и отменным сервисом. Если невероятно хочется на море, но отпуск начинается вместе с октябрем, не беда, отели и туристические комплексы принимают гостей, но отдых в это время имеет свои особенности. С середины сентября до середины октября в Турции бархатный сезон. В это время воздух прогревается до плюс 25 плюс 30, вода до плюс 24 плюс 26. Проводить время на пляже приятнее, чем в мае-июне, когда стоит жара до плюс 35, а море еще прохладное, совершать экскурсии или шопинг местными рынками также намного легче, чем под палящим солнцем. С началом осени отели снижают цены. До октября они могут упасть на 20-35%, а в случае неудачного сезона – до 50%. На рынках и в магазинах продавцы хотят распродать товар, который остался с лета, и тоже предлагают существенные скидки. Продуктовые рынки наполняются свежими недорогими овощами и фруктами. Туристов осенью немного. На пляже хватает шезлонгов и можно расположиться свободно, а обед не надо ждать в очереди. Минусами вояжа в октябре могут быть дожди, пасмурная погода и волны на море. Такие явления возможны во второй половине октября и держатся недолго, день-два. Ночи становятся прохладнее, а днем температура воздуха и воды практически одинаковые. Второй недостаток – сворачивание развлекательных программ в местах отдыха, закрытие бассейнов в отелях. Когда лучше ехать в Турцию поездку с ребенком на море осенью, врачи однозначно называют более полезной, чем летом. Особенно это касается малышей до 6-7 лет. Кожа детей тонкая, мгновенно реагирует на ультрафиолетовые лучи и под палящим солнцем быстро обгорает. Подростки менее чувствительны к жаре, но им также вредно пребывать под прямым излучением. В августе ребенку можно без опасений находиться долгое время на свежем воздухе. Кроме того, летом с детьми практически невозможно совершать экскурсии. Стоит ли ехать в Ирландию? Достопримечательности, самые комфортные для осеннего вояжа курорты на Средиземноморском побережье – Анталия, Алания или Сиде. Ночная прохлада там почти незаметна и купаться можно до ноября. Если надоест лежать на пляже, в регионе множество древних руин или развлекательных центров. Эгейское море более прохладное, ехать туда стоит лишь в первой половине октября туристам, которые готовы совмещать отдых на пляже с экскурсиями. В Стамбуле по-осеннему прохладный пляжный сезон уже закрывается. Куда ехать за красивыми фотографиями, и сколько это стоит? В осеннюю поездку на турецкий курорт надо обязательно захватить несколько теплых вещей, непромокаемую обувь, куртку или плащ. При выборе отеля обязательно выяснить, какие услуги он представляет, есть ли в октябре развлечения для детей и крытый бассейн. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.